Тажаран – бурятское слово, означающее место летних кочевки племен. Тажаранские степи относятся к реликтовому природному комплексу Приольхония. Это долина реки Анга и степи Тажаранского низкогорного массива, возраст которого около 300-400 миллионов лет. Тажараны – красивейший байкальский ландшафт. Здесь можно увидеть и песчаные дюны, и реликтовый ельник, и отдельно стоящие скалы, и гигантские пещеры. Тажаранскую степь сибиряки называют кладовой редких минералов. На площади в 1 квадратный километр может быть найдено более 140 видов различных камней. Цирконий, рубин, голубой диопсид, а также азопроид и тажаранит. Уникальные минералы, найденные только здесь. В пещерах пригорья можно обнаружить красивые подземные озера и наскальные рисунки древних народов, возраст которых более 2500 лет. Особенно известна пещера Мечта, которая является памятником природы и находится под охраной. В центре степи есть несколько соленых озер. Крупнейший из них – это Дабахтай-Нуэр. Вода и грязь озер используются местным населением в лечебных целях. Летом большая часть Тажаранской степи покрыта душистыми травами, среди которых много лечебных – чабрец, курильский чай, душица, иван-чай. На озерах гнездятся гуси, журавли, аисты, полевой и болотный лунь, другие виды птиц. Символом и покровителем Тажаранской степи считается орел. Его статую мы можем видеть недалеко от поселка Еланцы. В Тажаранской степи есть особая зона, центром которой является гора Йорд. У подножия горы Йорд с древних времен проходят Йорденские игры. Культура кочевых народов Сибири расцветает во всем великолепии перед гостями этого уникального праздника в Иркутской области.